Новая реальность. Я, Безматроп, опять с вами, приготовил для вас описание двух игр для Nintendo 64, а именно Quake и IBS Snowboard Kids. Начнем с последней. Snowboard Kids очень веселая игра. В ней вам предстоит кататься на сноубордах по разнообразным ландшафтам, преодолевая различные препятствия и мешая своим противникам. Как в обычных гонках, вы должны проехать как можно быстрее некоторое количество кругов и постараться приехать первым. У вас есть и оружие, которое может превратить вашего противника в снеговика или в ледышку, приделать ему парашют или просто взорвать его. Оружие собирается по ходу игры. Еще по ходу игры вы просто обязаны собирать деньги, иначе вы обломаетесь оружием. Трактор в игре просто обалденный. Вы можете ездить ночью и днем, совершать различные прыжки с трамплинов и без трамплинов, падать в ямы и в реки, вокруг вас будут двигать пингвины, а на вас будут падать камни. В общем, игра обрадует любого геймера, осталось только ее купить и с головой погрузиться в мир снега, скорости и всего сопутствующего сноуборда удовольствий. Ну ладно, покатались, ушло время и побегать. Перейдем к 3D-бродилке Quake. В ней вам не придется много думать, просто бегай, стреляй, убивай монстров, собак и людей. Все это будет оправдаться прекрасной объемной графикой и неплохим звуковым сопровождением. А еще, в отличие от других 3D-бродилок на Nintendo 64, подобного образа вы можете плавать под водой и можете обнаружить, если постараетесь, некоторые секретные комнаты. Бегая по лабиринтам, вам придется собирать разное оружие, аптечки, костюмы и подобные вещи, необходимые для выживания. Тем, кто играет в эту игру или собирается в нее играть, посоветую бегать быстрее, стрелять на все, что движется, и нажимать на все, что нажимается. Ну ладно, мне пора заканчивать свой рассказ и переходить к конкурсу. Внимание, внимание, внимание! Слушайте вопрос. Первые два противника, которых вы встречаете в начале игры Quake. Ваша задача называть, кто это такие. Вот и все на сегодня. Победитель получит приз от торгового дома Time, фотокассету Polaroid. До следующей встречи, любители компьютерных игр.